Всем привет! Это продолжение нашего триллера про Майнкрафт. Слушай, ты не помнишь, как сделать, отдалить себя, короче, чтобы я сам себя увидел? Вот такой я. А, это я в телефон нажимаю. А, блин, у меня другая просто команда на эту кнопку, ладно. А, вот. А, телезритель, посмотрите на меня. Смотрите. Зацени на меня, Влад. Сумрак. На голову посмотри. Вот так мы выглядим, дорогие телезрители. А наш сумрак вот так вот выглядит, и его рыбак бьет. Он от тебя не отвяжет, спорим, он до самого спавна будет до тебя бежать, пока ты не сольешься. Пошли на корабль, дай. Он даже с тобой спать будет, если ты захочешь. Да, это так мы загнобили сумрака, если честно. Ладно, да, это вторая серия. Первая серия была эпилог. Краткое содержание о спавне и о сервере. Вторая серия про корабль. Вот, сейчас попробуем подняться. Тут где-то потайной ход, я помню, был. Где-то. Я под кораблем пытаюсь как-то плавать. Блин, не пойми как. Я не вижу этого. Под кораблем, не над, а под. А под? Найди лестницу. Вот, я сбоку. О, пошли в домик чей-нибудь украдем. Это, я так понял, декор просто. То есть в него нельзя зайти. Тупой корабль. Смотри, рыбак с меня достать пытается. О, все, видишь, он от меня отстал, что-то гонит. Я не знаю, я помню, до самого спавна бежал, и меня так не отстал. Они не все, меня убьют. А, пошли на домик, он до тебя до конца будет пить. Видишь, дом и дерево. Нет. Ну, блин, посмотри, за кораблем, видишь меня? Что ты? Да, ну, мне туда и далеко идти. Плыви опять к кораблю, только за кораблем, там такой домик и дерево. Сейчас я бегу. Так он меня сидит от рыбака. Он даже достать не. Вау, кто-то еще хотел корабль построить, дорогие зрители. Сейчас я с другой стороны подплыву. Дорогие зрители, к большому сожалению, а может к счастью, с нами не снимается Гагатун, потому что он тупой дной, один от нас играет, ну если не хочет играть, ну и не надо. О, смотрите, дорогие зрители, какой-то мудак. Эй, мудак. Блин, его бить нельзя. Кава его зовут. Если честно, мы не знаем, кто это, и дай. Да ладно, на самом деле шутим. Это тот самый чел. Подожди ты, дай договорить. Тот самый чел, который написал в комментах, что хочет с нами заснять летсплей. Этот пацан написал в комментариях и сказал то, что будет снимать, только у него что-то с интернетом. Дорогие друзья, если у вас проблемы с интернетом, не надо писать, пожалуйста, что вы хотите снимать в совместном летсплее. Он для нас построил домик, как мы видим, да? По идее, как он написал, что это для нас. Вот, видите? Мы можем рушить спокойно. Слышь, иди добывай дерево. Я сейчас факела хочу забрать. Факела. Блин, как правильно? Факел. Факела нет. Дорогие зрители, да, не думайте, что это чужой какой дом, это реал нам написал. Наверное, потом я сделал как бы комментарий, засниму. Вот, и он сказал, ну разрешил. То есть спокойно. Специально, как видите, не заспавнил. Иди на второй этаж, дерево добывай. Только он зачем в сундуке. Видишь, тут, короче, полки можно крафтить теперь. Вот, да, видишь, у него тут еще можешь стиральную машину сделать, ты говоришь, по-моему. Да. Нефть добывать, я помню. Так, давайте, дорогие друзья, так, по минимум доски сделаем. Блин, только что... А, вот верстак. Он проснулся, бежим. Ой-ой-ой, он с ножом. Он как бы наш. Ну ладно, он, наверное, забыл нас. Ладно, пофиг. Дорогие зрители. Набрал. Он нормально все, забей. Здорово. Я прыгнул в море. Че ты говоришь? Я вообще-то на... Я знаю, я в болоте. Блин, я в водоросли попал. Брат! Где? Я в водорослях, посмотри на воду. Помоги! Помоги! Я не знаю. Сломать может быть. Не ломай. Нельзя. Пошли еще дерево добудем. Или нам достаточно. У меня 24 блока. Он спросил, зачем? Ладно, пофиг, пошли. Да забей. Я делаю уроки, видите? Стол. Я тырю стол. Дорогие зрители, вот зачем писать, и мы хотим с тобой хочу засняться, и в итоге делать уроки. Я спер. Да, Кия, ты не спер, а одолжил. Я знаю, это многие новые дополнения с СРК. Пошли, возьмем себе местечко уютное. Кстати, здесь сыпучие пески есть, аккуратней. Ты сольешься. Я бы парнишку помогал. Я далеко, я на земле, я на суше. А вот. О, слышь, это банда! Иди сюда, быстрей. Банда, переплыви на материк. Видишь, каменное дерьмо стоит.
Не вижу, где ты. Слева от него на 3, на 10 часов. Да что это такое? Сумрак, ты сейчас где? Я сейчас вот рядом с этим парнем. Он тупо стоит и что-то думает. Иди к материку. Видишь камень, фигня такая на острове. Да, иди к нему. Такое, плыть к нему надо. Быстрее, давай. Я не могу, он далеко слишком. Плыви там близко. Плыву, плыву. Дорогие зрители, мы поставим паузу, потому что, как всегда, Сумрак снова наконец приплыл. Смотри, Сумрак. Зацените, дорогие зрители, это банда, смотрите. Прям как сталкеры. Банда. Тихо, тихо, тихо. Вот, зацени. Давайте подслушаем их разговор. Он, короче, сегодня дрочил. Вот, блин, прячься. Нет, они же нас сейчас сольют. Ай, Сумрак. Сумрак, это банда, спасай. Я убежал. Да ты, Сумрак, как всегда, в своем репертуаре. Сейчас возьму. Сумрак, Сумрак. Это, короче, тайная, типа, банда, которые... Нет, не банда, наверное, бандиты, которые играют на гитаре. Ну, как сталкеры, помните? И в случае врага они сразу начинают, ну, незнакомцы, они сразу начинают бомбить. Иди к каменному дереву, о, зданию. Мне надо спуск сначала, я сейчас уйду. А, меня сейчас сольют, меня все слили. Все мои древесины, все зря, ну ладно. Да, кидстарт водить, все. Нет, тебя сольют, там сначала место найти, потом сохранится, а потом уже кидстарт. Я уже голос посадил из-за тебя. Погнали. В деревню а опять. Я почти убью. Все, у меня есть меч, все, мы сейчас сольем. Ага, и значит, это банды. Это фракция, кстати, банды, кто не в курсе. А что, это настоящие люди, я не понял? Нет, это мобы, но как бы чужая фракция, бандиты, они всех бьют, если ты не... О, портал, слышишь? Пошел портал. Стой, я здесь, сейчас. В алмазный портал, и потом иди прямо, когда деревня, и налево там портал будет большой, рядом с песочной штукой, ну там, где мы ТП-шились, помнишь? Давай быстрее. Вот, я вижу тебя, вот иди сюда, смотри, портал, я его не видел. Я... Дорогие зрители, подожди, не иди. Мы не знаем, что это такое, мы боимся. Ай, я вышел. Нет, я сразу-то прошу. Вот. Леон, Квин, отряд исследователей. Вот. Ну я говорю, как это все как сталкеры. Леон, отряд исследователей. О, привет, должно быть тебе интересно, чем мы работаем. К сожалению, мы сами не знаем. Иди к моему другу Зениксу Фретли. Он находится на той стороне тропинки. И он расскажет, что мы нашли. Погнали. Погнали. Это, короче, дорогие друзья, этот сервер основан на квестах. Проходите, ну, выбирайте, какая вам ближе фракция. Выполняете квесты. Вам дается, ну, плюс опыт. Нет, по прямой иди, по этой, забей. Вместе должны, мы вместе должны держать. Ты мой защитник, я так, разведчик, проводник. Подожди, выполняете квесты, получается благодарность фракции, потом на эти очки вы можете выбрать себе город, страну своей фракции, между собой там мочиться и купить здание от фракции, то есть супер-супер дом. Вот они. Вот они, да. Вот он. Вот, слушай, эти красивее. Красивее, не знаю. Стол, зацени там сзади. А, направо открывать. Это не можем. А, да, это Леон. Полки крутые, слышь? Что дальше? А, слушай, а тут можно строиться? Нет, если забыл. Мы кому-то должны подойти. Вот этот чел. Ой, что с ним? Слушай, прикольненький. А, нам нужна провизия. Нет, нам нужна провизия. Вот, тихо, Зеник Сфрит, отряд исследователей. У нас закончилась провизия. Не мог бы ты принести нам 10 свежих кусков говядины и 3 ведра воды? Откуда я тебя найду это? Я еще только начал. Дорогие зрители, по идее, как вы только зарегились, вы должны проходить квесты. Но я вам это не советую. Сначала обоснуйтесь, купите себе дом, наиграйте. Потом, когда вам надоест, проходите свои уже квесты. Потому что это нереально. Давай вернемся в начало, наверное. Потому ну, что у нас ничего нет, или тут можно обосноваться. Пошли где-нибудь там построимся. Туда. Да, где а вот там гора, видишь? Давай в горе построимся, в горе. Вот, вот там гора. Ладно, пошли к банде. Ты хочешь отомстить? Да, потому что у меня меч, а и тем более я одна пошла. Ту-ту-ту-ту-ту, мстливый сумрак. Сумрак One. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-батл бил. Короче, движение даем. Ну, здесь надо квест просто проходить, когда вам уже, ну, официалка ну, играет, надоело. Мы уже обоснуемся, думаем, в следующих сериях нам это будет 5-6. Да, я думаю, все-таки это будут отдельные серии, посвященные конкретным фракциям. Как там проходить, как можно быстрее пройти и так далее.
Ну, если что, Вот. так что, короче, к этому лаунчеру будет описание под видео, вот. Ну Ну, нет, сначала. сначала это будет тайна. Сейчас я где-то на пятом видео, Ты потому что... заинтриговать хочешь Да, народ? потому что, понимаешь, они просто перейдут и начнут играть, и хрен тебя посмотрит летсплей. Не надо, мы все-таки время стоит тратим. Хорошо, ладно, извините, но... Это маневр такой, пиар. Стой. Стой, мне надо с этим разобраться. Че? Нахуй? Отомстить хоть... Он Извините. моб, ты его не сможешь убить, понимаешь? Он за Рейген. Пойдем. Пошли бандик. Ну, паук стой, да, Он защитник. мирный, когда ночь... О, весельница, и что это? Док. О, слышь, что это такое? М. Что такое? Магазин. Нет, не магазин. Магазин. Гениален сумрак наш, конечно. Подожди, а Ну, где это было? А, вот там на острове, там, пошли. да, побежали. Слушай, а где можно строиться? Не пойму, здесь вот проблемы. Пойдем, надо убегать там. А, дорогие телезрители, следующий летсплей будет, наверное, на тему, ну, где построиться, где вам найти место. А тут, надеюсь, они не стреляют. Это что такое розовое? Роза, это моб, понимаешь, Ну, если... я заметил, один с гитарой, вон ко мне бегут Это, двое. вот, ну бей их, что ты слышишь? О, смотри, какой Ну, блатной, слушай. беги! Почему ты Ай-яй-яй-яй. его слышишь? У тебя меч. Да ты Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. секунд. Я попал сыпучий песок, черт, дорогие зрители. А на этом мы, наверное, закончим. Мы получили люлей. Да, Сумру, как всегда, Бандит цел. сбежал. А я дерусь, я еще живой. Подожди, дорогие телезрители, зрители, как вас Я называют, в был, я уже следующем летсплее мы будем снимать, где мы построимся, наверное, да, где можно построиться. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось, хотите дальше смотреть, подписывайтесь, это обязательно, не кликай, подпишись, да-да, я слежу, подпишись. Да, это такая, знаешь, введение, с нами был Сумрак очки. и Angry Walk. Всем спасибо, всем до Пошла. свидания.